Крупнейшие ярмарки страны переходят на импортозамещение, поддержка отечественных производителей и требования Министерства сельского хозяйства России. Один из самых больших оптово-распределительных центров Московской области запустил свою ярмарку российских товаров. Высокотехнологичный комплекс открылся в прошлом году. На площади в 55 гектаров представлена сельскохозяйственная продукция. В приоритете категория «фреш» – фрукты, овощи и ягоды. Они хранятся в специальных холодильных камерах. Здесь же товары упаковывают и продают. Наша основная цель – максимально сократить дистанцию между производителем, поставщиком сельхозпродукции и ее потребителем. Для того, чтобы свежие продукты всегда были на столе в каждой семье Подмосковья и Москвы. Несмотря на то, что комплекс расположен в Подмосковье, география его потенциальных партнеров охватывает и другие регионы России. Центр поддерживает программу импортозамещения и реализует фермерскую продукцию.